Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, приготовим очень вкусное блюдо по рецепту Джулии Чайлд — фаршированную утку. Для начала нужно приготовить слоеное тесто. Для этого натираем ледяное масло, муку. В яйцо добавляем соль, уксус, перемешиваем и добавляем в муку и сливочное масло. Сливочное масло мы растерли с мукой до состояния крошки, сформировали шар, накрываем пленкой и отправляем минимум на 2 часа в холодное место. Можно в холодильник, если зима, можно на балкон. Тем временем нам нужно убрать из утки костяк. В этом нет ничего сложного, поверьте. Тихонько, спокойно себе делайте разрез по хребту вдоль хребта. И с одной стороны снимайте филе, потом с другой стороны. Для удобства можно сразу крылышки обрезать, чтобы вам было удобней снять мякоть. Вот ножки вот так подрезайте, шкурочку, чтобы было удобнее косточку потом вытащить. 1-2 раза потренируйтесь, и у вас все получится. Желательно, чтобы филе было целенькое, чтобы вы не повредили кожу, чтобы хорошо держалась начинка. Вот, в принципе, и все готово. Добавляем специи и маринуем 2-3 часа. Обжариваем лук на сливочном масле до мягкости, глубокую емкость. Для начинки добавляем свиной фарш, жирный желательно, 30% жира, чтобы было, говяжий фарш, яйца, соль, перец и обжаренный лук. Также нам нужно выпарить вино. У меня белое вино. Я добавляю бальзамический уксус, но можно красное вино Мадера. Выпариваем 2 раза вот до такого состояния и добавляем в начинку. Все тщательно перемешиваем и отставляем фарш в сторону, чтобы он схватился, гуще стал. Тем временем снимаем мякоть с тушки, которую мы сняли, нарезаем на кусочки и добавляем в фарш. Опять все перемешиваем, выкладываем весь фарш на мякоть. На наше филе заворачиваем. И вот здесь такой момент двузначный. Можно защипнуть шпажками, зубочисткой. А лучше всего, кто первый раз, не рискуйте. Возьмите иголочку, нитку и все тщательно зашейте. Потом, когда уже в конце приготовится у вас рулет, отрежете один кусочек, ниточка у вас появится, потяните за нее и вытяните. Я просто уже не первый раз готовлю, поэтому уже приспособилась к шпажке. Я ее потом убираю, когда заворачиваю тесто. Утку обязательно нужно обжарить со всех сторон, охладить полностью. Тем временем, пока утка охлаждается, мы раскатываем слоеное тесто так, чтобы нам было возможно завернуть полностью утку. Я делаю вот такую вот сеточку наверх для украшения. Можно просто вырезать листочки, цветочки, смазать яйцом и положить украшение. Заворачиваем утку в тесто, выкладываю сверху сеточку, смазываем яйцом. Обязательно делаем дырочку в тесте, не забываем, чтобы выходил лишний пар. Духовка разогрета 180 градусов.
и выпекаем утку 2 часа. После достаем. Нужно, чтобы минут 30-40 она постояла. И только после этого уже будет возможно вам отрезать шикарный, очень вкусный кусочек фаршированной утки по рецепту Джулии Чайлд. Это очень вкусно, поверьте, приготовьте. Гости будут просто в неописуемом восторге, да и вы тоже. Приятного всем аппетита, мои дорогие. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока-пока.